Всем привет! С вами Андрей, и вы на канале Zero Fact. И сегодня я покажу вам, как в Among Us получить абсолютно любой костюм, любого питомца, любую шапку и сделать свой ник прозрачным. И также я покажу секретный цвет игрока, а именно мятный. Да, в игре есть мятный цвет, и я покажу сегодня, как его получить. И чтобы это сделать, нам понадобится какой-то проводник. Я использую CX-проводник, возможно, подойдут и другие, но я проверял только это. Мы заходим в основную память, Android, Data. И теперь нам тут нужно найти папочку com.innerslots.spacemafia. На ней будет нарисована иконка Among Us. Мы в нее заходим и заходим в Files. Теперь мы должны найти Player Prefs и открыть это как текст. Лучше всего использовать тот проводник, который вы и используете как текстовый редактор. Вот. Это наш файл, в котором мы можем модифицировать нашего перса. В описании и закрепленном комменте будут все циферки и написано, что они значат. Вот это вот циферка 4. У вас это будет нолик, скорее всего, если у вас нет питомца. Это наш питомец. У меня это Генри Стигман, поэтому тут стоит четверка. Вот это вот девяточка рядом с четверкой. Это наш костюм. У меня это работник стены, поэтому у меня девятка. Если у вас нет костюма, у вас будет ноль. Ну, в общем, она зависит от костюма. И далее вот эта цифра 37, это наша шапка. У вас это может быть другая цифра, но тут стоит Генри Стигман. У меня такая шапка, поэтому у меня такая цифра. Вот эта вот пустая клетка, это наш ник. У меня тут введен отсутствующий символ, который будет в закрепленном комменте и описании. Вот эта вот циферка 0, это наш цвет. Я красный, поэтому у меня 0. Но мы поставим 15, так как это является секретным скином. Теперь мы сохраняем, и перед тем, как заходить в Among Us, нам нужно убедиться, что он выключен. На мне не будет костюмов, так как у секретного скина не отображаются костюмы. Но как мы можем видеть, я являюсь таким вот зеленым. Вы скажете, это же обычный зеленый, ничего необычного, да? Но дело в том, что не совсем. Во-первых, все анимашки, связанные с этим скином, будут отображать вас как красного. То есть, если вас убьют, от вас будет красный труп. И в катсценах вы красный, и в чате вы красный, и на карте вы красный. Также, если сравнить его с настоящим зеленым, мы можем заметить то, что этот более светлый. Именно поэтому он называется мятный цвет. Он является секретным цветом, который используется игрой во время загрузки персонажей. То есть, когда вы попадаете на какую-то локацию, сначала вы зеленый, вот такой вот мятный, но потом вы превращаетесь в ваш обычный скин, так как игра вас загрузила. Вы, возможно, уже видели этот скин, так как если произойдет небольшой сбой во время вашей загрузки, у вас будет как раз-таки такой скин. Ну, в общем-то, вот такой вот прикольный скин. Также его нельзя кикнуть или забанить, что является небольшим преимуществом для спамеров. Да-да, спамеры. Вы можете спамить спокойно, вас никто не кикнет. Но этот скин у некоторых может вызывать небольшие проблемы, вроде невозможности писать в чат в начале игры. Но во время первого экстренного собрания вы уже сможете писать. Такой вот прикольный скин. Скиньте это видео вашим друзьям, чтобы они тоже знали о том, как легко можно получить секретный скин, прозрачный ник и много разных костюмчиков. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик. А теперь немного геймплея за этот скин.